приходите к нам в гости. Сегодня с вами Надежда Исайкина, которая не один год уже в рубрике «Мода» балует вас нашими новинками, рассказывает все подробно. Надюш, привет. Привет, Оленька. И Оля Гридунова, конечно же, тоже сегодня у нас на моде. Надя, у меня сразу вопрос. Скажи, так, пожалуйста, с чем у тебя осень ассоциируется? Осень? Осень у меня ассоциируется, ты знаешь, с моим платьем. Правда. Слушай, а правда, действительно. Вот осенние цвета, платье Кармен, мне очень нравится оранжевый сочный цвет и формы. Но не пропустите презентацию, не будем отвлекаться, у нас ведь совершенно другой лот сейчас, давайте перейдем прямо к нему. Ты знаешь, а у меня осень ассоциируется, вот когда листья сбрасывают деревья, да, так же и мы все старое выбрасываем и обновляем свой гардероб. Давайте прямо сейчас займемся обновлением вашего гардероба. Первая позиция, так, которую мы предлагаем вашему вниманию, водолазка Scarlett, цена премьеры 1490 рублей. Надя, напомню, что цена премьеры, значит, цена со скидкой, которая действует ограниченное количество времени. Ты знаешь, это особенно приятно, когда новая коллекция и уже есть скидка, представляете? Давайте сразу поговорим о цветах, потому что я считаю, что самое главное вот в этой блузе, это цвета. Итак, у нас очень много цветов, у нас целых 14 расцветок. Как мы все это перечислять будем вообще? Давай попробуем. Итак, на что, что тебе напоминает вот этот цвет? Ой, Наденька, это отдых, это лазурь, это лазурный небо, берег, лазурное побережье. Лазурный цвет, далее. Далее, более благородный цвет, василёк. А вы присматриваете, представляете свой гардероб. Сочетание с новой водолазкой Scarlett, вот молочный цвет. Да, более-менее, кстати, классический, не кипельно-белый, но молочный. Приятный к телу, приятный к цвету вашего лица, будет освежать. Следующий цвет, дорогие мои, вот прямо сейчас перед вами. Посмотрите, пожалуйста, темно-синий цвет. Вам нравится? Мне тоже очень. Очень рекомендую с джинсами носить, потому что подходит по цвету. А далее цвет хаки, кстати, очень модный цвет. Не только в этом сезоне, в прошлом году, очень продолжает быть в тренде этот цвет. Выбирайте. Дальше у нас идет терракотовый цвет. Знаешь, вот люблю этот цвет за что? За то, что он добавляет определенного такого здорового румянца. Согласна. К лицу. Но вот здесь терракотовый очень удачный. Посмотрите, здесь теплые нотки. Именно такой расцветки, правильной расцветки, терракотовый цвет и должен быть. Так что дальше, Наденька, посмотрите. Дальше встречайте цвет бордо. Ну, это классика. Черный, белый, серый и бордо. Ну что ж, без бордовой водолазки, без бордовой блузы невозможно представить себе ни одну осень. Думаете, все? Нет, мы не останавливаемся. Дорогие мои, 14 цветов нам предстоит с вами одолеть. Следующий цвет. Нарядный цвет, изумрудный, кстати, очень идет с горчичным. Посмотрите, я рекомендую вам сочетать с сочными цветами, составлять ансамбли. И в чем, почему я рекомендую именно эту водолазку вам сейчас приобрести? Почему? Именно потому, что здесь 14 цветов. Вы посмотрите, вы сможете сочетать ее абсолютно с разными брюками, юбками. И, конечно же, экономия. И, конечно же, смотрите, еще какой есть цвет у нас, который сейчас демонстрирует уже Надежда. Это сочная слива для смелых натур. И, кстати, она нам вторит цене. Цене премьеры сегодня. Новинки осенней коллекции для вас по цене премьеры. Что значит цена премьеры? Значит, цена со скидкой, которая действует ограниченное количество времени. Вот завтра ваш размер в этом исполнении я вам не обещаю. Могут уже раскупить. Так что нужно поторопиться. Оленька, ты любишь кофе? Обожаю. С молоком. Мы с тобой встречай. По утрам пьем же частенько. Наш следующий вместе. Цвет светло-коричневый. Цвет кофе с молоком. Эх, поднимается настроение сразу, глядя на такую водолазку. Ну и... И фиолетовый цвет, любимые телезрители, ничего мы с тобой не забыли. Да, дорогие мои, это еще не все. Это еще не все. Да, посмотрите, пожалуйста, я выбрала для себя светло-коралловый цвет. Он такой нежный, он шикарно сочетается со следующим предложением. Подождите, наберитесь терпения. Сарафан называется «Полин». Если нравится, прямо сейчас звоните нашим операторам. Колл-центр уже во всеоружии готов к вашим звонкам. И заказывайте готовый образ, который выбрала для себя я. Или Надежда. На платье. Заказывайте, не бойтесь, звонки бесплатные. Итак, я рекомендую вам обратить внимание на эти водолазки, потому что у вас наверняка дома есть черная водолазка или белая. Вы можете дополнить всегда ансамбль другим цветом.
Вот посмотрите, на контрасте черного галстука можно носить с любым низом. Мы видим здесь сочетание. Оленька, у нас, кстати, готовый комплект нарисовался. Обратите внимание, что эта юбка, которую мы вам сейчас предлагаем, тоже вы можете ее приобрести сегодня готовым комплектом. Юбка Ассоль, встречайте. Наденька, давай не открывать всех секретов сразу, пусть это будет маленькая интрига. Оставайтесь с телеканалом Shop & Show. Сегодня для вас осенний шик. По ценам премьеры вы будете удивлены, когда узнаете цены от нашего телеканала Shop & Show на осеннюю коллекцию. Надя, мы забыли с тобой сообщить нашим телезрителям. Самое главное преимущество – это размерный ряд. Да, это очень приятно, когда у нас есть размеры до 60-го. То есть представьте себе, у вас есть выбор цветов сегодня, сейчас, потому что это утренний эфир, и у вас есть выбор размеров, потому что если сейчас позвоните, сейчас закажете, вы гарантированно сможете выцепить, выловить, отложить свой размер и свой цвет. Ну и мы, конечно же, предлагаем вам эту водолазку еще и потому, что она комфортная. Давайте разбираться. Вы знаете, любая водолазка, вот как я определяю, хорошая или плохая? Оль, ты как считаешь? Вот когда ты носишь водолазку... По тактильным ощущениям, Надя. Вот знаешь, у всех у нас есть в гардеробе водолазка. Но вспомните, вот откройте свой гардероб, посмотрите, какая у вас там водолазка. Наверняка шерстяная, наверняка с двойным воротом, который иногда добавляет определенную дискомфорт. У вас должна быть в гардеробе именно такая водолазка. И название ей Scarlett, и цена 1490 рублей. Это самая комфортная в мире водолазка. Из чего она сделана, расскажи. Ну, во-первых, это вискоза. Я хотела сказать, что основной комфорт водолазки, он, конечно же, заключен здесь. Вот-вот. Не слишком узким должен быть ворот, а комфортным. Именно поэтому мы подобрали для вас водолазку Scarlett, потому что она отвечает самым высоким требованиям комфорта. Умеренно высокий вырез, умеренно высокая стоечка и широкий вырез горловины. Это наш секрет удобства. Итак, дорогие мои, вот прямо сейчас, вот не поленитесь, подойдите к своему гардеробу, откройте его, посмотрите, сколько у вас там вещей. Черные штанишки, может быть, джинсы, юбочка красная. В общем, знайте, что эта водолазка, она вам обязательно пригодится. Это универсальная вещь для вашего гардероба. Она, водолазка, будет сочетаться с любым элементом вашего гардероба. Вот так, бывает такое, что да, черный цвет есть в водолазке, а вот хочется иногда что-то особенное. Ну, а у нас 14 цветов, особенно для вас.